Пилинги бывают механические и химические. Механические пилинги, они входят в состав кремов. Это специальные частички сферической формы. Они огранены так, чтобы кожа не травмировалась при их использовании. Мы наносим крем вместе с этими частичками на кожу и вмассируем в область лица в течение 3-5 минут. Затем смываем с помощью воды и наносим уходовый крем. Однако, если мы говорим не об очищении, а об уходе, о профессиональной процедуре, о стимулирующей процедуре, то речь сейчас пойдет о химических пилингах. Что же это такое? Специальные кислоты, например, полимолочная, лимонная, пировиноградная, гликолевая кислота, вносятся в специальные средства, которыми работает косметолог в своем кабинете. Он наносит эти средства на лицо, в результате чего происходит отшелушивание поверхностного рогового слоя и за счет этого стимуляция росткового базального слоя эпидермиса. Кожа обновляется, сужаются поры, уменьшается пигментация, улучшается рельефность. Лицо выглядит свежо. Однако данные процедуры можно делать только в условиях медицинского кабинета.